Всем привет! Сегодня я покажу упражнение для тех людей, которые проводят много времени за монитором или за экраном. Соответственно, глаза устают, происходит детренировка хрусталика глаза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Данное оборудование, которое мы сегодня будем применять, в профессиональном и любительском спорте называется дикий мяч или скоростной мяч. Состоит из мяча, резинки, которая увеличивается, уменьшается, и приспособление, которое позволяет нам с помощью липучек одеть на голову и отрегулировать так, чтобы было удобно. Задача упражнения с помощью снарядных перчаток, значит, ударом вывести мяч на горизонтальную траекторию и максимальное количество времени удержать. Ну, я думаю, что для начала хватит 5 минут, а там уже как кому нравится. Поехали. Начинаем тихонечко и потом уже включаем удобную, комфортную скорость. Глаза работают, мозг разгружается. Направления могут быть любые, скорость также. Желаю успехов!